столице у Финляндии Хельсинки с официальным визитом прибыл председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев. Высокий советский гость приехал в Финляндию по приглашению президента республики Урхо Калева Кекконена. На привокзальной площади Леонида Ильича Брежнева тепло приветствовали жители финляндской столицы. Во время пребывания в Хельсинки государственные деятели обеих стран посетили кабельный завод. Руководители предприятия подробно ознакомили почетных гостей с работой ряда цехов. Финский кабельный завод имеет тесные деловые связи с Советским Союзом. Визит Леонида Ильича Брежнева – новый важный шаг на пути развития дружественных отношений между Советским Союзом и Финляндией.